Ну, версий сегодня в СМИ очень много ходит. Если хотите еще одну, я думаю, что нужно учитывать политико-психологический аспект. Человек, который стал вице-премьером из первого заместителя администрации, конечно, пошел на понижение. И одно дело быть системным администратором, а другое дело надо отслеживать, быть прорабом на стройке, которая не идет и которая заведомо обречена. Сурков человек очень опытный, опытный аппаратчик, и одно дело манипулировать кадрами, которые он прекрасно знает, которые во власти сейчас или которые уйдут из власти, или ушли уже из власти, это одно дело. А здесь ему, я думаю, отчасти неинтересно, потому что косвенно он всегда позиционировал себя как человек творческий. Вот в конце концов, бывает у художников понятие «исписался». Я думаю, здесь могло быть примерно такое же ощущение. Ну, исписался Сурков, это не его дело. Есть и другой вариант, чувства или синдром крысы. К концу года ситуация резко ухудшится, бюджетных денег на зарплаты не хватает, много будет проблем. Вот. И, может быть, заранее надо уйти от этой ситуации, когда на правительство, в общем-то, обрушится шквал недовольства. Не исключаю и такую версию. Но в целом источников у вас точных может быть только два. Сам Сурков и тот, кто его увольнял.